Подводим итоги матча. Фантазия Цикорич. Победа кофейных со счетом 6-1. Дмитрий Подгайный, Гигам Буниатян. Дим, поздравляю с победой. Но по мне сегодня была идеальная игра Цикорича показанная. Как считаешь? Да, не то, что идеальная, просто сама соперника играли. То есть, если соперник садится низко, естественно, у нас и контроль получается, и какие-то контратаки, и комбинационные. Ну, все, плюс еще после последней игры мы там поговорили, пообщались все. Все высказали свою точку зрения. То есть сейчас ребята все дорабатывали уже до своей зоны. Там были какие-то провалы, где, видимо, усталость какая-то. Ну, с бровки подсказ был. Дима как раз-таки у нас сегодня Шугалей руководил. Поэтому, в принципе, удовольствие получили, побегали. Результат, в принципе, не дал себе долго ждать. То есть мы хотя бы расчехлились, можно сказать. Потому что за две игры 0 голов, это, конечно, очень сильно. Ну вот мне кажется, как раз Цикоричу для успешных игр не хватает книги в воротах и Александра Бажутова, который сегодня очень, кстати, поправился и практически там во всех голевых атаках поучаствовал, сам два забил. Ну, это естественно, Бажа, конечно, добавил книга. Ну, те игроки, которые они должны быть всегда на матче, которые, грубо говоря, костяк команды, по сути. Вратарь — это как бы единственное звено, которое, в принципе, все это сплоченность коллектива как раз-таки от него зависит. То есть, когда человек сзади стоит ответственно, да, и тащит там моменты, пусть любые моменты, там, какие-то сильные удары, слабые, там, да, отскоки, но когда есть стена сзади, ты уже уверенность, естественно, команда по-другому играет. Сегодня, в принципе, это показали. Еще вопросик к тебе. Все-таки по прошлой игре, да, вот этой, ты говоришь, обсудили, разобрали. В чем была причина? Недооценка или в чем вот такое там начало, сразу два автогола? Или просто в этот день удача отвернулась, потому что там и два автогола, и рикошет, и гол вам не засчитали? Тут больше желания, то есть здесь мы сейчас шли в борьбу, в принципе, всю борьбу там, может быть, за некоторыми моментами там выиграли, по сути, и в центре поля, и сзади. Но вот, может быть, у ребят тут фантазии, желания меньше было сегодня, да. Вот у нас такая же ситуация была в прошлой игре. Вот то же самое, один в один. Где-то не добежали, где-то не доборолись, где-то не повезло. Вот тут результат складывался от этого. Ну, это все разбирали, как вот эти. Гигант, ну показалось сегодня, что фантазия, не знаю, не проснулась, не приехала, отличный сбор, но вообще игра не клеилась, в основном там моменты создавали за счет индивидуальных действий Кузьмицкого. В чем видишь причину? Ну, во-первых, спасибо Цикоричу за очень приличную игру. Я вообще, на самом деле, вот Дима так все хорошо говорит, может, до конца будет он говорить, ну, все четко. Вообще нечего добавить, да, тут я могу только одно сказать, да, наша команда была 100 раз лучше, судья был говно, я так не буду говорить, это обычно говорят здесь, да, то есть, что вот такие моменты, это проигрыш такой, если так условно, то есть я руковожу командой, да, то есть очень сложно взять себя и убрать, так скажем, да, но это, наверное, чисто мой косяк, наверное, что вот такая игра, то есть я ответственен за это все. Я вам честно скажу, мы 4 полноценно посмотрели игры Цикоча, мы все, вот не даст соврать мои ребята, не дадут соврать, что мы все разобрали, все идеально разобрали, да, допустим. Ну, во-первых, у них и удачно все шло, то есть все, во-первых, правильно, всю борьбу выиграли, то есть отскоки их, ну все их, допустим, ну полностью их день. Вот я смотрел матч, вот последний сегодня утром просматривал, они играли с Ершом, да, но там у них не шло вообще ничего, допустим, то есть вот другая игра, вот копия этой игры, только вот мы были на их месте, допустим. Что касается ребят, то, ну да, индивидуально все хорошо, здесь никто ничего не спорит. Но вот если посудить по индивидуально, у нас нет слабых таких особых игроков, да. Но не забиваем голы. То есть мы еще просмотрим, но, по-моему, у нас очень много моментов, где вот все доходим до штрафной и не знаем, что делать. Вот в этом проблема. Так а в чем причина-то? Ты говоришь, соперник выиграл всю борьбу. Почему так получилось? Ну, во-первых, наверное, мы даже, это как наш товарищ Канаев говорил, что надо нам сбор сделать, собраться. Мы в пятницу очень хорошо собрались, но потом была суббота, то есть все, в принципе, могли бы и отоспаться, и все такое. То есть не будем говорить ранний матч, у них тоже это ранний матч, да. Я не знаю, может быть, дело в том было, что где-то в глубине души, вот, и я сам, честно, не буду врать, я думал, что, ну, мы выиграем этот матч, да, допустим. Может быть, это у многих это чувство было, то, что у нас это новая команда, но мы боремся, то есть у нас есть характер, а вот сегодня у нас вот этого характера не было, мы не знали, как бороться, мы проигрывали борьбу, в итоге заслуженное удаление, там, в итоге не успеваем нормально свалить, фалим сзади, да, ну, уже потекли, так скажем. В целом, мне кажется, недооценка соперника, это сыграло очень большую
большую роль. Плюс еще вот у нас Саша вернул, ну, первый дебютный матч, и прям в такое месиво, да, попал. То есть, наверное, не вошел, хотя он пару раз давал пасы. Не знаю, индивидуально к ребятам претензий нету, претензия ко мне, вот есть одна-две ошибки, но в целом то, что мы делали, вот абсолютно все разбирали, с другой стороны, я не виноват, то есть непонятно, то есть что, мне кажется, просто проблема в этом сопернике была, то, что они играли охрененно, вот у нас Рафик, в конце, когда его заменил, он боролся против Захарова, да, он сказал, бля, вот он на армянском еще матами это все говорил, какой же он сильный, но он сильный, да, еще и шло у него все, поэтому соперник достойно сыграл, могу похвалить только. Спасибо.